солдаты, матросы и летчики союзных экспедиционных войск. Вы отправляетесь в Великий Крестовый поход, к которому мы готовились много месяцев. Глаза всех жителей мира устремлены на вас. Свободолюбивые люди повсюду молятся и надеются. Нейлоры
Стойте! Точно, Сэм! Thank you.
они пересекают дорогу! Они идут через дорогу! Еще летят наши со стороны канала! Скоро
Сколько еще, Брейберн? Приблизительно 5 минут, сэр! За мной! Раненый! Окей, идем! Сюда! И остановите их! Капрал Тейлор! Какую чертову дыру ты собрался? Вернись и выручи нас! Давай же, Тейлор! Нам нужна вся огневая мощь, какая только есть! Мы зависим от тебя! Вперед! Еще один! Птицы подобрались близко! Отставить заградительный огонь! Отступайте за линию Чарли! Шевелись! Шевелись! Тейлор! Назад за линию Чарли! Живо! Бегом! 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 Следите за этим туннелем из бункера в тыл! Не давайте фрицам пройти! Кончились! Один!
стоим на одиноком, открытом всем ветрам утесе на северном побережье Франции. На рассвете 6 июня 1944 года рейнджеры подбежали к подножью утеса, подняли головы и увидели на краю обрыва вражеских солдат. Те стреляли в них из пулеметов и бросали гранаты. И американские рейнджеры полезли вверх. Они забросили веревочные лестницы наверх обрыва и начали подниматься. Когда один падал, другой занимал его.